Удивительная новинка, открытка-раскраска, лебединый путь. И как же радостно встречаться с художественным образом любимейшей песни. И так ощутилось при встрече с ней, как ярко и полно она в линиях рисунка передает образ песни. Красоту лебединого пути, их предназначение. И такое ощущение, что каждой линии рисунка проявляется любовь, которую неизменно дарят лебеди своим образом песни. И так интересно, глядя на открытку-раскраску, так ощутилась ее объемность и живость. Такие линии наполнены. Такое ощущение, что прямо смотришь на объемную картину, и так и хочется в лучах этой песни, в свете ее, прикоснуться цветными карандашами к этим удивительным образом песни, проявленных в рисунке, в открытке-раскраске. Прикоснуться к тем удивительным, нежнейшим чувствам, которыми она наполняет. Такое ощущение, что в сюжете этой открытки-раскраски прямо дарится состояние торжественности, наполненности лебединого пути. Так это живо передается и наполняет огромной радостью и, конечно, желанием действовать цветными карандашами.